что я говорил о трех днях намаза, которые желательно сделать с 11, 12, 13 или с 13, 14. Либо же, если человек по какой-то причине пропустил его, может совершать и другие дни. То есть желательно это или обязательно именно эти числа? С 13 айям фи шахр. نعم هل لازم أن يكون في الثالث عشر الرابع عشر خمسة عشر أو إذا فاته الأولى أن يجعلها في هذه الأيام الأولى والأحسن يجعلها في هذه الأيام وإذا صام في أي يوم من الشهر يصح то есть желательно в первую очередь лучше именно в эти числа 13, 14, 15 если же не получилось или по какой-то причине пропустил то в любые другие дни месяца نعم еще вопрос نعم الشيخ пост Это во время поста удаление зуба, да, и кровотечение, глотание слюни с кровью или кровоточат десна, портит или не портит? No. في أيام رمضان إذا أخذ الأسنان. خلع. هذا لم نذكره في المفطرات. ليس من المفطرات. خرج الدم. الدم ليس من المفطرات. البلع إذا لم يتعمد ونزل الشيء إلى جوفه هذا ليس من المفطرات وعمدا عمدا الأكل والشرب وما يقوم بقام الطعام والشراب ما في أحد يشرب الدم عمدا то есть если это случайно то есть он ну непреднамеренно случилось что он проглотил то это не пользует а говорит намерение то это уже будет еда и намерение никто кровь не катает نعم غيره следующий намеренное прерывание поста сколько нужно возмещать человек например болеет один друг говорит, меня трясло, да, у него сахар там. Ну, вроде себя чувствует нормально, начал. А к вечеру его трясет, и он открыл. Сколько он должен восстанавливать? Один день к одному дню или, допустим, намеренное прерывание? Аль-Марид. Да. Кам йом яхды? Халь, мэсэлэн, фатат йом мин Рамадан? Халь яхды йом, ау язид алей? Аль-Марид. Арифана. Аль-Марид яхды йом. أفطر يوم يقضي يوم الحمد لله ما يزيد عليه ليس عليه إلا القضاء نعم. то есть больной возмещает если один день пропустил один день восстановит ничего не добавляет. نعم. то есть намеренно прервал он. если по причине болезни если больной. غيره. следующий. نعم. а время разговления приходит время поста бывает что с собой ничего нет а есть запить что-то намерение можно ли открывать пост или же бывает знаете вот пригласили гости сидим вместе со стариками Она же знает, как со временем. И они же оттягивают обычно старики. И чтобы фитна не было, как-то намерение открывать можно. أخي يسأل مثلا عند الفطر ما وجد الطعام هل يمكن ينوي أنه أفطر وعندنا يسأل عندنا هذا نسينا أنا نذكر السنة أن يفطر على رطب الشيء قلت جلاتنا قلت سنة является совершать ифтар финиками. الثمر التي تخرج من من النخلة قبل أن تنضج. هذه لا تؤكل خضراء. تمام. نعم. это такие финики, которые, то есть, كيف خضراء. يعني قبل أن تنضج مثل العنب الآن. نعم. العنب الآن قبل أن ينضج يكون أخضر مر. زلمة. نعم. يلا ترجم. То есть это финик, который еще не созрел, он зеленый, да? Неприятный. خلاص? Не спелый финик. فهذا قبل النضج. ما أحد يأكل التمر ولا أحد يأخذ العنب قبل أن ينضج. صح? То есть никто не ест финики до тех пор, пока не поспеет. نعم. ثم الآن عندما ينضج يكون مثل الفاكهة عنب. То есть и когда он созревает финик, он становится как фрукты, как виноград. يسمى رطب. И такой финик называется рутоб. يعني هذا مثل الفاكهة. он говорит подобно говорит фруктам. تمام. عندما يجف ويصلح أن يخزن للادخار هذا يسمى تمر وهنا في العنب يصبح زبيب. то есть это говорит а когда высыхает говорит этот рутоб он превращается в сухой который можно есть называется тамр это как например говорит виноград когда высыхает превращается в кишмиш. يعني عندنا كم مرحلة ثلاث مراحل. Поэтому финик бывает три степени у него. Кабла, аннувд. До того, как он поспеет. وعندما يصلح للأكل لكن يكون مثل الفاكهة. Когда он созревает и пригоден к еде, как подобен фруктам. المرحلة الأخيرة يصلح للادخار تبقي ممكن إلى سنة هذا التمر. И последнее, когда он высыхает и можно хранить на долгое время, называется тамр. نعم. إذن
الأولى السنة أول شيء أن يفطر على رطب فاكهة فاكهة التمر الرطب. То есть желательно, то есть сунна является совершать ифтар именно рутоб фиником, который свежий финик. هذا أنتم ما تروه الله أعلم أبدا. أي نعم. فهذا الرطب مثل الفاكهة عندنا يخرج في شهرين في السنة فقط. То есть это говорит, он такой финик, который рутоб, он всего бывает два месяца в году, говорит. مفهوم؟ طيب فإن لم يجد يفطر على تمر. أيسي говорит он не находит رطب то он делает إفطار تمرم. فإن لم يجد يفطر على ماء. أيسي говорит не находит ни того ни другого тогда делает إفطار водой. فإن لم يجد يفطر على ما وجد تفاح برتقال لحم. أيسي говорит нету воды говорит то делает إفطار чем найдет говорит это яблоко апельсин мясо. فإن لم يجد نوى بقلبه أفطر. А если же говорит ничего не находит, то делает намерение в сердце, что он совершил ифтар. Итак, аля мада юфтар. Значит, с чем мы должны совершать ифтар? Аля рутаб. Первое это рутаб. Фаилла мяджид фаала тамр. То есть если не находит рутаб, делает ифтар тамром. Фаилла мяджид фаала ма. Если не находит ни того ни другого, тогда водой. Фаилла мяджид аля ма ваджид мин ат-таам ва-ш-шараб. А если нету воды, тогда любой едой или питьем. Фаилла мяджид нава. А если нет ни еды, ни воды, тогда делает намерение в сердце. Это что касается ифтара. Ас-сахур ал-аула ан йатасахар аля тамр. То есть что касается сухура, то желательно его делать тамром, суфиником. Мафхум? Ай наам. Хаза ал-аула валь-афдал ан йатасахар бит-тамр. Это говорит лучше желательно делать сухур тамром. Наам. Гайру. Это, насколько можно оттягивать сухур и сколько от намаза от сухура до намаза времени? يعني كم بين السحور والأذان؟ تأخير الصحور ما مقدار؟ يؤخر السحور ما لم يدخل وقت الفجر. يعني مثاله الآن وقت الفجر عندنا سابعة إلا ربع. تقريبا السابعة إلا ربع تقريبا. فهو يعني يتسحر ويفرغ من السحور مثلا السادسة والنصف تقريبا هكذا نعم. то есть говорит например у нас ут фаджр без 15:07 совершает сухур до допустим до 6:30 يعني تقريبا بين الأذان وانتهي من السحور 10 دقائق 5 دقائق ربع ساعة لا إشكال هذا يعتبر أخر. Это, то есть он останавливает сухур до 15, до 20 минут до утреннего намаза, и это есть, говорит, откладывание сухура. Да, гайру. Следующее. Да. Бинисбати дуа, Аллахума иннака афуун. Тухаббу л'афу афу анни. Афу анни. Ай, да. Ана акулуха марратан вахида, укаррируха. Тукаррирха, табан. Да. Что, говорит, касается дуа, который сейчас упомянул брат, говорит, спрашивает, злеля талпадр его. Один раз надо говорить или повторять много, шейх ответил. لأنك لا تعرف متى ليلة القدر أصلا. نعم. ومتى جاء الوقت. ها. أحسن الله عليكم. نيته بإفساد الصوم مثلا. هل يفسد الصوم أو لا؟ مثلا الرجل يصوم. لكن في قلبي أنه يريد يفسد الصوم. أنه يتعب كذا. يقول الآن في نهار رمضان. أنت ترجم هكذا في نهار رمضان. نبغي نقول في دين رمضان. بعض الناس قال لو جاء فلان إلى البيت أنا أفطر. نبغي في دين رمضان какой человек говорит если говорит придет такой-то такой-то сейчас ко мне домой то я буду разговляться. أو قال أريد الآن أذهب إلى الثلاجة وأكل. или говорит я сейчас пойду к холодильнику и поем. ولم يفعل هذا. но не сделал этого. صيامه صحيح. его пост действительно. لكن لو نوى قطع الصيام انقطع. Однако, говорит, если он своим сердцем намеренно, то есть остановил намерение о посте, тогда его пост недействителен. لكن لو تردد, قال أنا أفطر أو لا أفطر, أفطر لا أفطر, هو صيامه صحيح. Однако, говорит, если человек все сомневается, то есть разговляться или поститься, разговляться или поститься, то такой пост действительный. نعم. وياك. Я. Уважаемый шейх. Того, что дома все держат уразу и кушать варят, тот, кто тоже уразу держит, и как бы попробуют испробуют соль, хотя бы такие мелочи, как соль или там по минимуму что-то.
ذوق الطعام للحاجة جائز. يعني المرأة الآن، المرأة الآن، أنا ما أريد أمثل بواحد، هذه مشكلة. لأن بعض الناس عندنا يعني إذا دخل رمضان ما يكلم أحد، مع أنه جاء رمضان حتى يهذب النفوس، لكن هو في رمضان غضبان، فالزوجة تخاف أنه يفطر ويذوق مثلا الشربة وكذا وجد الملح ناقص، فيتذوق الطعام. ذوق الطعام جائز للحاجة. نعم. То что касается, говорит, поста, говорит, пробовать еду по нужде, говорит, в этом проблем нету, говорит. Как, например, говорит, мужчина, говорит, во время поста, говорит, такой становится злой, жена боится, что ему еда не понравится, будет недосоленная, и пробует соль еды. لكن هذا يذهب إلى السوق الآن. نعم. А говорит, другой пример, человек пошел на базар. ويقول هذا بكم؟ Спрашивает, почем это? تفاح، يفتح التفاح ويتذوق، يفتح هذا. لا. Почем эти яблоки? Открывает их, пробует, открывает следующие, пробует. نعم هي تذوق هكذا بأدنى يعني ذوق، تذوق هكذا الملح مثلا. نعم. Что говорит касается пробовать соль еды, это говорит небольшой говорит часть еды, чтобы лишь бы распробовать соль. نعم والله أعلم. نعم. باقي شيء؟ Еще вопросы? نعم. هل يجوز إطعام الكافر في أيام رمضان؟ إطعام الكافر في أيام رمضان. إحنا قلنا في هذا في الزكاة ليس في الصيام، قلنا في الزكاة، الزكاة الواجبة ما تعطي الكافر منها، المستحبة تعطي الكافر ما في إشكال. يقصد النحر رمضان. أنت تفهم كلامي بس الآن، امشي واحدة واحدة، امشي. Он говорит, что, что касается говорит, кафира, нельзя ему выплачивать только закат. Все остальное, говорит, нет в этом проблем, чтобы давать кафир. Например, говорит, человек дома накрывает стол, чтобы накормить постящихся. То есть приходят и мусульмане, и кафиры, и кушают, нет проблем. Дозволено это. مفهوم؟ طيب. أنا أعرف الآن خليه يصبر علي. تربيتي قلت شو ستفيد؟ هذا يعمل في مطعم. Например, говорит, человек работает в кафе, в столовой. يطبخ. Готовит еду. إذا يبيع للكفار يصح في نهار رمضان. Если он будет еду эту продавать кафирам, то это дозволено. يبيع للمسلمين ما يصح لأن هذا من الإعانة على المنكر. А говорит, продавать эту еду мусульманам не дозволено, потому что это помощь в грехе. مفهوم؟ Понятно? Да. Я вас слушаю. Да, мишах. Возраст 80, за 80 лет человек болеет, да, и в этом случае стоит ли побуждать не поститься, так как, допустим, ну она может поститься, да, это вопрос о матери, что, но стоит ли побуждать, чтобы она не постилась, чтобы оставила пост, поскольку ее возраст как бы уже достаточно. أكبر من 80 سنة. نعم. وهي تصوم. ولكن هي مريضة شوية. هل ممكن يحسها لترك الصوم؟ نعم. ممكن. إذا كان قلنا الكبير في السن، هذا الكبير في السن لا يقدر على الصيام، أو المريض الذي يضره الصيام، أحيانا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يجب عليه أن يفطر. لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا كان حدد لها الطبيب أو لها مثلا دواء ما تستطيع إلا لابد أن تأخذ الدواء، أو هذا قد يزيد في مرضها، قد يكون هذا الصيام إثم عليها محرم. مفهوم؟ نعم. فهي تنظر بالنسبة لسؤال الطبيب، بالنسبة لحالها وكذا، فإذا كان يضرها الصيام يحرم عليها. То есть, если она этот пост вредит ей, если врач ей предписал не поститься, или есть лекарства, которые нужно принимать, или по причине поста усилит свою болезнь, тогда за этот пост она будет грех получать, должна оставить его. مفهوم? Понятно? لأن عندنا بعض الناس يقول أنا أستطيع أصوم، لكن الطبيب يقول لا ما تصوم، لابد أن تتناول الدواء، فهذا يحرم عليه الصيام. Человек говорит, я говорит, в состоянии поститься, говорит, даже несмотря на то, что врачи мне запрещают поститься, говорит, и говорят, надо лекарства пить. نقول, ему не дозволено поститься, он должен принимать лекарства. يعني هذه والدته تقول اريد الاجر، نقول الاجر في ان تاخذي برخصه الله سبحانه وتعالى. Она такой человек говорит, скажет, или вот мама скажет, ваша, я говорит, хочу награду от Аллаха, буду поститься. Мы скажем, твоя награда будет в том, что ты пользуешься
дозволениями Аллаха. ثم هذا أمر يعني غريب عجيب جدا. Это говорит удивительное дело. هذه مرأة أسأل الله سبحانه يطيل في عمر على طاعته في الثمانين. Это говорит женщина говорит больше чем 80 лет ей. وتصوم. И постится. أنا لو أسأل الكل الآن منكم هل رأيت يوم من الأيام والدتك أو أختك أو عمتك أو خالتك تأكل في نهار رمضان؟ تقول ما وجدنا ما رأيت صح؟ спросим любого из вас говорит видели ли вы что ваши родители или сестра или кто-то говорит кушали в дни Рамадана говорит مع أنها لابد أن يمر عليها أيام رمضان تفطر لعذر الشرعي الحيضة والنفاس صح؟ даже несмотря на то что говорит они должны оставлять пост по причине говорит месячных или после двух кровотечений صحيح رأيتم видели же все это لا ما حد رأى ما أظن نادر هذا ما يرى لكن نرى رجل صحيح سليم معافى يأكل في نهار رمضان أو يشرب الدخان. такого никто не говорит, однако то, что мы видим, говорит человек, говорит здоровый, сильный, говорит и говорит кушает во время Рамадана. فإذا رأيت مثل هذا اسأله هل أنت تحيض؟ если ты говорит видишь подобного мужчину, спроси, говорит что у тебя месячные идут? ممكن إذا كان يحيض أفطر في نهار رمضان. потому что говорит если у тебя идут месячные кровотечения, то ты можешь не поститься. المرأة تستحي وهي مرأة تستحي أنها تأكل أمام أولادها والله تستحي. потому что говорит женщина, которая постится, не оставляет пост по причине месячных, она стесняется кушать перед своими детьми. نعم. وهذا سبحان الله لا يستحي. а вот этот говорит здоровый мужчина говорит никого не стесняется. فأنت اسأله لعلك حائض اليوم. тогда ты спроси у него, возможно ли тебе месячные кровотечения начались сегодня. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية يا رب. آمين. просим Аллаха прямого. نكتفي بهذا المقدار. نكتفي ولا نأخذ الحج. نكتفي ان شاء الله غدا غدا ان شاء الله ان شاء الله خلاص اصلا من اول